Mortal Kombat, это Sub-Zero, вот эти, все вот эти. Такие же маски. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sí. Так, ребята, всем привет! И сегодня, так сказать, финишный дэй на мотобайке. Но завтра еще до 2 часов будет мотобайк. Но сегодня полный день, можно покататься, время 9 утра. Чем я сейчас и займусь? Поеду на пляже. Ребят, что заметил, короче, сейчас это разбирал рюкзак, большой рюкзак свой, ну, основной просто с вещами. Так вот, монеты, я не знаю, будет видно. Посмотрите, 10 филиппинских песо, но чувак явно вылитый Путин. Почему его сделали Путиным, я не понимаю. 10 песо. Давайте еще поближе попробую. Вот такая задняя сторона. Не помню, как этот фрукт называется. Это не виноград. Это там совершенно другое что-то. 5 песо. Нет, здесь какой-то... Ну, подобие, чувак. Ну, явно вот здесь Путин, а вот здесь другой чувак. 1 песо 2015 года. Это задняя сторона. Это старый по 5 песо. Это старый по 1 песо. Короче, песо у меня еще осталось 40 песо. Здесь еще, ну, короче, 50, 60, 70 даже почти. Короче, нормалек. 70 песо. Это у нас... 90 рублей примерно. То есть жить можно. При этом Москву сразу я что-нибудь куплю на них. По-любому. Не, на самом деле кто-нибудь это. Даже на одну монету легко это сотку. Даже больше можно обменять. Потому что монетки новенькие, прям с Филиппин. Огончик. Ладно, короче, буду собираться потихоньку. Где-то через полчасика это отчаливать на пляжик. Наверное, сначала на Банана Бич. Там куда-нибудь искупаюсь, опять же по фруктам приценюсь и буду уже отчаливать на тот же пляж, где я вчера был, на Натали Бич. Там, наверное, уже до вечера проведу прямой эфир. Что-нибудь подумаем подобное сделать. Ладно, либо если Артем Землянин сейчас позвонит, что как о них, они сегодня съезжают с номера и ищут еще там на пару дней, чтобы потом отправиться на Крабе. Ладно, глянем, что будет, так будет. Все, дальше увидимся. Как-то резко это. Позвонил мамке, поздравил с днем варенья. Звонит в это время Артем, землянин. Это... Так, говорит, поехали купаться, все, мы выезжаем через 2 минуты. Тут Виталий пишет, короче, с Вьетнама, что да как. Ой, в общем, жизнь такая. Все, надо брать это, парочку-троечку с собой. Не, левообразных у меня нет, у меня только сингообразных. Но штучки 3 возьму сингообразных. И, наверное, все. И надо гнать, уезжать, купаться. Потому что сегодня полный день на скутере. Да, потом может куда-нибудь за Пхукет опять ля-ля-ля-ля. Подумаем. Надо опять же в сувенирку заехать. Много всего. Короче, я погнал. Ребят, ну ты что, так вообще огонь, да? Так, сейчас и поеду. Прикольная маска, как... Помните Mortal Kombat, это Sub-Zero, вот эти, все вот эти. Такие же маски. Антибактериальные. Приперся я уже на Banana Beach. Чуть на Найт не уехал. Ребята уже сидят. Уже огонь. Hello, people, да. Такой это, пока еще приливчик, еще отлива даже, считайте, нет. В тот раз я показывал это.
Где-то метров еще 15 уже был отливчик дальше. Вон там яхточка. Видите, тащит еще лодки за собой. Кто-то приехал отдыхать. Они, наверное, на White Beach едут. На White Beach нам простым смертным не попасть. Там надо отельчик бронить. Ну, там подводный охотник приплыл. А вот и Тёма идет. Что там у него? Ну, рыбка и кальмар. Рыбка и кальмар, и все. Сейчас мы глянем. Вот второй у нас стрелок. О, рыбка, а? И кальмара? Вот. Ну, у меня поменьше стрелы были. На бананы бить, вот около киоска можно спокойно перекур сделать. Вроде даже это. Но никаких табличек по поводу курения не сказано. Но... Да вы не мешайте людям своим дымом и бычками. Просто отойдите спокойно. Надо перекурить. Прикурите тут. Ну что, пойдемте быстренько окунемся. Немножко так. Чисто для себя поржать. Как положено, вон девушка вырывается. Ну вот, красавица. Ай-ням-ням. Ай-ням-ням. Это пляж Банана Бич. Он не такой большой, кстати, вон там кафешка есть. А я так и не видел, не ходил туда. Вон там тоже есть, ну там не кафешки, там в основном это напитки. Даже пивас есть, Чанг Синга. Цену не спрашивал, скорее всего где-то 60-70. Чем огонь. Я не заснял, но сейчас меня остановили это и потребовали фотосессию. Кальмитву говорит, твои подписчики, Андрюха. Это из Вьетнама, товарищи. Я вообще в шоке. Что здесь, во-первых, люди делают из Вьетнама? Во-вторых, это откуда во Вьетнаме мои подписчики? Ну ладно, очень приятно на самом деле. Просто огончик. Проверка микрофона. Меня хорошо слышно. Отключился я спутники. Отключил Wi-Fi, Bluetooth, чтобы эта камера меньше расходовала. Мы на Банана Бич. Банана Бич, огонь. Здесь полный бич. Время 3:35. Вот, ушел метров на 8-9. И уйдет еще дальше. Эти камни будут на суше. Но мы сейчас поедем покушаем немножко. Я поищу сувенирки чуть-чуть. Это и обратно на пляж отдыхать.
приехали мы на Найтон, взял пару кукурузок, солил. Ребята что-то об том яме тут решили. Что там еще интересно? Fried rice. Fried rice and shrimp. Yes, with shrimp. И кукурузку Лизон сейчас заточил. Мочи. Так, да? Дождик небольшой, да, что-то какой-то нарывается. Поэтому не знаю, ребят, мы начнем прямой эфир и сейчас глянем. С ребятами приезжал, так что этот отель. Смотрел, они мне в принципе понравилось. Сейчас смотрят, выбирают отельчики. Может это сюда заселятся, соседним будут. Но это только до утра. Они с утра уже поедут на этот на Крабе. А я с утра поеду купаться. Покупать фрукты. К 12 вернусь, 12:10 буду бронировать билеты. Потом, может, быстренько на Найтон. И мне в 2 сдавать байк. И, в общем, все, байк, все. А я собираю вещи. И послезавтра по Москву. Слава богу, там сейчас погода плюс 1. Я посмотрел, даже на завтра, на послезавтра плюс 2 будет. Ух, будем надеяться. Ладно, я погнал на рынок, еще на один рынок, поищу еще маски. Очень понравились, и мне кажется, они зимой даже спасать будут, потому что бывает иногда даже холодно говорить. Не знаю, что за рынок, только что просто проезжали, короче, это, по дороге ко мне, если можно пешком пройти 5 минут. Я, короче, проехал на байке, мне нужны носки, пару масок, и я вообще хотел еще сушь купить с этими. Сокрыли тучи рыбы. А посмотрим, что тут творится. Тайская еда. Здесь можно даже на мангальчик пожарить. Будем смотреть. Овощи, фрукты, пиво, рыба, раки. Вот, смотрите, здесь местная вкусняшка. Вот даже сосиски в тесте. Ребята, местные сосиски в тесте, огонь. Хороший манго, за полтинник. Может, тут завтра взять, только у них надо сеточку попросить. Полтинник, замечательно. Тут, может быть, вечером схожу, возьму. Не знаю. А вот эти за 60. Зачем они круче? Виноград 120. Ну, вот эту надо веточку обязательно будет с собой взять. Одну, но надо. И вот этих надо будет одну. Один веничек взять. Остальное все и так можно найти, в принципе, в России. Да, слишком высокие для этих потолков. Здесь комби суши уже что-то сделал. А, это все сладкие, сладкие. Рынок, как я понимаю, весь тайский. То есть особо тут только местные покупают. Как она-то по 30. Так, надо быстрее искать, где носки. А то сейчас все закроется. И останусь я без носков. А по-моему, я останусь без носков. Их тут нету. Покупают, орут, покупают. Окей, Google. Ну, немка-немка какая. А, вкусняшка. И муха жрет. Ну, вот здесь можно эти купить для перевозки фруктов. Все, в общем. В общем, рынок финиш. Я-то думал, тут это много всего интересного. Тут особо-то и нечего смотреть. То есть, ну не знаю, как-то так. Пойду на другую сторону. Поищу, может быть, есть маски, носки, ласты. Ну, ласты, ладно уж. Есть всякие ням-нямки. Вон девушка ням-нямки всякие делает. Ну это для леди. Там были сосиски в тесте. Единственное, что я боюсь, что они перченые. Даже не хочу пробовать. Короче, так сказать так. Еду обратно. Go home. Янки. Остался я без носок и без масок. Завтра буду искать. Придется рано вставать. Все, искать, искать, искать.
найдем. Открываем. Ну все, готово. Можно заходить спокойненько. Я, по-моему, не показывал. Ну сейчас, давайте. Обзорчик еще небольшой. Здесь по ступенькам идешь, как вот это. Ну, короче, не очень хорошо прибито. Ну, мне так кажется. Кстати, еще один в прихожей балкончик. Ну, как раз для покурить. Что-то у них постояльцев сегодня нету, кроме меня, по-моему. Поэтому так все пустота. Хотя обуви там было достаточно. Так. Так что, так сказать, кому понравилось, заряжаем пальчики вверх. Ребята, кто не подписался, подписываемся на канал. Короче, все будет окей. Так сказать, Google. Давайте.